болгарский юмор в туалете ресторана Happy, который мне посоветовал на рецепции парень в моем отеле. В общем, сейчас будем смотреть, кушать и переводить будем позже. И еще немножко юмора. Вот такие милые барышни, вот в таком вот немножко недоумении. А почему же они в таком недоумении? Потому что у них нет писсуаров. Поэтому они вот так вот смешно смотрят на эти маленькие раковины. Очень миленький такой вход. С такими вот фотографиями посетителей. И очень милый ресторан. Довольно-таки все симпатично. Ух ты! В Лондоне выиграл медаль 2 года назад. Ну, прикольно. Интерьер довольно-таки прикольный. Мне даже разрешили снимать. Сказали, что я никого этим не вижу. Как в Испании. И вот я здесь сижу. Принесли мне пиво. Местное разливное пиво Каменица 0,5 стоит 4,89. Принесли мой авокадо суп. $12.90 за авокадо суп. В общем, блогер так себе. Все, что осталось от основного блюда, это был салатик с тремя вот такими вот котлетами и френч-фрайсом за 17.60. В общем, в принципе, его можно было и не снимать. Котлеты пересолены, ничего особенного. Мне кажется, перехвален этот ресторан. В общем-то, обычная как бы по подаче кафешка. Не знаю, откуда они взяли награду и за что в Германии в 22-м году. Возможно, это такой рассказ для местных, ну и для туристов. А по большому счету, в общем, обычное кафе, которых много в любой стране мира. И вот на такой вот пафосный ресторан, как он разрекламирован, ну, скажем так, не тянет данное кафе под названием Happy. Хотя все довольно-таки прилично. И все официанты вот в такой вот форме ходят. Держат стиль. Всем привет! Зашел я в ресторанчик в Софии. Оказался он греческим. Ну ничего. Из греческого, я надеюсь, здесь только название. Я заказал салат из киноа, авокадо и осьминогов. Осьминоги нужно было попробовать в Болгарии. Вот, за 19.90. Основное блюдо принесут немножко больше. Цену на пиво сейчас посмотрю. Очень милый ресторан. Много людей. Симпатичная веранда. Прикольное оформление. Это на главной основной улице. Люди гуляют, тусят. Погода отличная. Дождь закончился. И вообще все здорово. И теперь можно попробовать салат из осьминогов. И вот принесли мой тендерлойн стейк с таким вот горчичным соусом, я так понимаю. Я брал без гарнира, потому что салат из киноа и авокадо очень огромный, я его не доел. Тендерлойн стейк стоит $23.90 за 100 грамм. Она сказала, что минимальный размер
порядка 200-250 грамм. Так что будем сейчас наслаждаться тендерлойном в Софии, в греческом ресторане. Начинает все загораться. И от этого ресторанчик становится еще более милым. Sometimes I feel like a monster.